Как обстановка вот здесь, на этом участке? Насколько серьезная, насколько сложная? Зона находится под ярким обстрелом. И около 100-150 метров от завода. То есть Азовсталь рядом? Да, 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 вот. Остается последняя высотка и все. Южные ворота. И потом будете уже штурмовать? Да, конечно. Как известно, есть данные, остались ли в ВСУ, именно военнослужащие украинской армии? Вот это был прилет только что. Все целы, парни? Человека ранило, как вы видите. Все целы, как? Что, ранение? Я один. Димин, да, нормально. Ранение сейчас легкое. Это мина, скорее всего, была или РПГ? Нет, танковый снаряд. А, это танк выстрелил, понятно. Но у вас потерь нет, все хорошо. Вообще, личном составе, без царапины. Чеченская республика, как всегда, показывает очень высокий высший уровень класс. Класса, да. Когда будете Азовсталь брать? В ближайшее время, кратчайшее. Есть ли какое-то обращение к националистам Азова? Что вы, быть может, хотите им передать? Да, конечно. Нам до этого дня говорили, что приезжайте, что в прицеле лучше видно кавказцев и бородатых. Все будем и то, и другое с нами вытворять. Сейчас мы приехали, мы никого не видим. Как не люди, они выступали, как крысы сейчас бегут. Лично нам сопротивление с ними не доводилось встречаться. Вот так.